Я Баженов Тимур, житель города Бишкек. Мы с 1 на 2 число отдыхали в ночном клубе супруга. Там у нас прошел инцидент. Потом нас остановили сотрудники ДПС. С телевидением мы остановились. Моя супруга очень сильно кричала. Когда нас именно остановили, она очень сильно кричала. Мы стояли там полчаса, выясняли. Нас остановили через тонировки. Пока мой братишка. Ему выписывали протокол. Вы можете посмотреть на видео, что оно уже успокоилось. Было открыто окно. И мы поехали домой. Скажите, пожалуйста, по какой причине ваша жена плакала? Ну, чуть переновала. Из-за этого у нее была такая реакция? Да, у нее была очень сильная истерика. А сколько это длилось? Ну, где-то полчаса. На то, как мы выехали. Она хотела поехать к маме. Я ее не отпускал. Так как уже у нас такие были инциденты. Раньше были такие? Да, просто было тяжело. А какая была реакция у сотрудников? Сотрудники полностью открывались, смотрели, почему ТВ-кайгун не показал всю версию, только показал, когда кричали, стучали. Мы там стояли где-то минут 20-30, пока нам выписывали штраф, мы потом спокойно уехали, сели. Сотрудники видели ее, она пряталась, просто не хотела. А когда вы отъезжали, окно автомашины было приоткрыто. То есть на тот момент она уже была совершенно спокойной. Да, она уже успокоилась, вы можете посмотреть и увидеть. На следующий день мы приехали в ГУВД, написали заявление, что мы претензий не имеем никому, чтобы не лезли в нашу семью, мы сами разберемся. Все это есть, все доказано. Я живу в Бишкеке, у кого есть претензии, там кому-то все, она живая. Я лично могу привести показания. Как сейчас чувствует себя ваша супруга? Нормально, отлично.